Всем добренькое утро, ребятки, новый день, новые дела. Сейчас буду кушать по пути, короче, выезжаю отдавать таху. Это продолжение дня. Как обычно, собственно говоря, сейчас я нахожусь в Северной Каролине. Температурка вообще просто зачетная, 58 градусов по Фаренгейту, если что. Тепло, солнечно, оделся в свеженькую футболочку. Еду довольный, сейчас еще покушаю, вообще будет шикарно все. Главное все успеть, потому что разброс у меня, как обычно. Мой диспетчер чемпион вообще по шпагатам. Шпагаты — это когда разброс деливери и пикапов просто на все стороны вообще, куда хочешь. Сегодня, кстати, брал себе завтрак на Flying J заправке. Видите, тут там картошка с тушенкой, яйца, короче, булочка стандартная и бекончик. Вот еду, коленом рулю. Ну, я профессионал, просто у меня есть этот автопилот, как видите. И все. И еду, короче, кушаю. Объезжаю пробки. Вроде как экономлю 35 минут. Не знаю. Но пока вроде знаков No Trucks нету. Смотрите, чувачка припаркован Мустанг по красоте. Ну хотя нет, Мустанг здесь, видите, вот у него тоже оранжевый Мустанг старинный. Старый. Здесь это не роскошь, это обычная машина, которая стоит, в принципе, так же, как и Toyota Camry. Короче, я объезжаю, вроде как что-то экономлю, потому что надо быстрее доставлять машины и быстрее собирать. И потом быстрее ехать. И так бесконечно. Делаем инспекцию, заберем котлету денег, а если точнее, по-моему, 350 баксов. Стоит он $375. Все, идем забирать бабки. Выглядит оплата, чек на 375 бачей. Все, идем быстренько упаковываться и выезжаем дальше. А погодка-то, ребята, просто шепчет вообще. С Шарлотки-то, а? Так, интересно, кто-то меня пропустит? Конечно же, мысл. Сейчас кто-нибудь по-любому пропустит. Пока, короче, сам не вылезешь, блядь, никто не пропустит. Пошли все нахуй. Тормози, дед. О, ништяк. Все, спасибо большое. Короче, едем сейчас в чайно-аукцион. Забираем какую-то котлету. Выезжаем потом на деливери. Смотрите, какие тачки стоят. Смотрите, кого-то остановили. Вдвоем встали такие, прижались и общаются. Так, что там. А вот КамАЗ везет трех своих братьев. Смотрите, как. Северная Каролина, вот область Шарлотт. Реально такая прочь зелененькая, красивая. Я реально подумываю над переездом. Федя здесь живет, друг у меня. Блин, очень красиво. Но опять же, блин, я не знаю, надо сюда девушку, там, жену, короче, туда-сюда. Ребята, погрузили мне вот такую машинку. Сейчас будем с ней разбираться. Чувствую, блин, проблем с ней сейчас будет нормально. А почему? Сейчас покажу. Проблемы вот такого рода. Все это может отвалиться нафиг. Ох ты. О, смотрите. Снимаем. Все, что отваливается. Короче, все проверяем, чтобы ничего не отваливалось. Вот какие-то лишние детали все забираем. Как-то так, но скотч дерьмовый, он рвется очень быстро, поэтому это очень ненадежно. Надо, наверное, заехать в магазин, купить нормального скотча, потому что этот вообще, он рвется. Но с другой стороны, машина стоит не по ветру, а против, точнее, наоборот. Короче, не должно ничего отваливаться, должна быть аэродинамика. То есть я ее задом, видите, поставил. То есть вон начало машины, она задом. Как-то так, короче. Смотрите, какой подъехал. Огромный.
Сильверадик привез мотоцикл, трицикл. Ладно, выезжаем, у меня времени вообще в обрез просто. Сейчас общался с девушкой, которая принимала, блин. Что мужичок, который отдавал машину, очень общительный. Очень много, вот опять же, возвращаясь к тому, что язык нужен. Потому что реально некоторые, они просто не понимают, что ты вообще не понимаешь нихера. То есть им похеру, они тебе что-то говорят. Причем на деле оказывается, что они тебе говорят какую-то чушь вообще. И как бы, ну, по факту, ты можешь это все решить там двумя словами. Пытаешься вслушаться, может, что-то он важное говорит, а на деле какая-то херня полная. Вроде порешали, я говорю, сейчас полчаса, и я буду у тебя. Короче, я уже успел расстроиться, думал, уже все, короче, я ничего не успел, ни хера. Две тачки, типа, я все скинул, одну забрал, и все, и последнюю скинул, и две тачки не успел. И уже думал, все, я позвонил туда, в одно место мне болт, в другом месте не берут уже трубку, ну и уже 5 часов, как бы, а обычно все до 5. В итоге, короче, пишу с диспетчера, что говорю, я все, говорю, остаюсь в Шарлотте, так что, ну, сорян, короче, ничего не поделаешь. Он говорит, подожди, стой, туда-сюда, что-то там позвонил, туда-сюда, вроде договорился сейчас, чтобы я забрал Форда. Ну, думаю, ну, ты молодец, сейчас, он говорит, сейчас буду пробовать еще, чтобы Мерседеса ты успел забрать. Если заберу я все тачки сегодня, то вообще будет просто капитальный красавцев. Конечно, есть претензия по поводу того, что ты, блин, сразу это мне пробовал порешать. Но, с другой стороны, неважно. Самое главное то, что он сейчас это делает. В Шарлотте, если честно, ходят такие люди какие-то не очень, реально опасные. И здесь встречаются какие-то такие прям вот персонажи, которые, блин, все равно, вот, ты понимаешь, что они прям, они ровно такие же, как вот, которых показывают в фильмах. Которые обычно имеют ствол, ну, пистолет, что-то еще там, нож какой-нибудь. Поэтому, ну, лишний раз к ним не хочется никак докапываться. И, ну, вообще, в смысле, не то, что докапываться, что не хочется, чтобы они докапывались до тебя. Ладно, в общем, едем. Солнце в харю, я хуярю. Все, я уже подъезжаю, мне осталось 2 минуты. Навигатор показывает. Между нами провода, да-да-да. Это я думаю, что-то у меня знакомая эта тема. А это аукцион Одесса. Я здесь был как-то раз. Кто-то он мне и знаком. Одесса. Или я здесь не был нифига. Не был, скорее всего. Но почему-то где-то, наверное, рядом был, потому что пару поворотов были очень похожи. Попробуем пробить что-нибудь, посмотреть и забрать наш фордик. Быстрее бы. И выехать уже, работать. Договорился я с чуваком, взял вот такую бумажку. Он мне сказал Line C. Линия C. Как видите, есть крытое помещение. Здесь, походу, у них аукционы идут. Сейчас мы заглянем туда быстренько. Смотрите, там корветик стоит такой красивый. Корвет вообще просто сказочный, да? Мы такой как-то пытались с Ваней перевести, да никак не получилось. Так, ладно, Ford Edge. Давайте-ка посмотрим. Е350, давайте, ребята, заглянем. Слушайте, даже неплохо. Даже в таком мерседесике неплохо. Я думал, может, 5-литровый какой-нибудь. Ну, прикольненько, классненько, но не то. А вот и наш, получается, Ford. Вот это я понимаю. Нам выехать, нам надо взять... Сейчас Чироки. Завести Чироки и немного его откатить. Он нам здесь не нужен. Чироки. Так, что у нас тут? Опс. R. Ставим его. Глушим. Пойдемте. Пошлите наш фордик быстрее. Ставить на место. Хороший выворот у Форда, кстати. Иду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо. That's it? Okay, thank you so much. You too, thank you. Все, забрали, короче, машинку. Честно говоря, такой неплохой Ford, он очень объемный, такой вроде с виду маленький, а на самом деле, ой, достаточно. Ой.
лучше даже, мне кажется, чем этот. Ой, чем Чироки. How you doing? No problem. Thank you. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Ребят, еду по вечернему городу на траке. Смотрите, как тут все красиво, прикольненько. Тут одно местечко приехал. Хочу сейчас для вас загрузить видеоролик, поэтому хочу зайти в Starbucks. Там вроде хороший интернет. Поэтому сейчас ищу место, где паркануться. Ну, вроде как вот что-то такое подобное нашел. Очень удачно расположился сейчас. Приехал до Starbucks, взял кофеечку. Сейчас мониторю свой канал. Добавляю новое видео для вас специально. И видите, уже 17%. То есть полчаса посидеть, кофейку попить. И будет вам праздник. И мне, и вам, как говорится, будет праздник. Немного уставший и расстроенный, потому что не смог взять нужный заказ. И, к сожалению, сегодня опять остался ни с чем. А это теряется деньги, это теряется целый день, поэтому это очень плохо. Ну, ничего страшного, я не расстраиваюсь, ребята. Все будет еще впереди, не переживайте. Доехал до Walmart'а. Смотрите, что есть. Блин, цены просто получаются, ну, в сравнении с тем, что я обычно беру. Смотрите, за 2,95 можно взять такую вот прям с курочкой шаурму, грубо говоря. Потом супчик я взял за 2,87. Это из лобстера, но я не знаю. Я взял обычный куриный супчик. Вот. Обычный куриный супчик. 3 бакса, самое оно. Ладно, идем дальше, смотрим. Сейчас возьму всяких себе приколюшек. Положу их в холодильник. Просто ночью холодные, я думаю, что пропадать сильно не будет. Дешевле, конечно, здесь сейчас что-нибудь набрать. Сейчас салатов еще наберу. Будет, а. За 2,82 вы получаете просто вот такой вот таз салата. Думаю, что надо брать по-любому. И яички. О, мои любимые яички. Ребята, у меня просто разбегаются глаза. Смотрите, из того, что я уже взял. Чизкейк по скидке $1.90. Это стоит пару баксов, вот будет лопать, короче. Морковочка в таких пакетиках, то есть отдельных, такая мелкая, тоже стоит $2. Это, по-моему, тоже $2 стоит. Бурито $1. Так, ну суп я пока. Глюкамуле, это авокадо уже измельченный. Буду его накладывать на хлебушек и с утра буду делать такие типа бутербродики с сыром и авокадо. Пирожки по 50 центов. Blueberry, это голубика и ореховый. Ну, яички по $1. И смотрите, что я хотел показать вообще, какие здесь есть наборы у них продаются. Вегетарианские наборы, то есть, смотрите, вы смотрите кино какое-нибудь, пожалуйста, есть соус, и вы макаете и кушаете. Также есть вот, пожалуйста, порезанные яблочки. Ну, я купил себе яблок. Вот, пожалуйста, уже почищенный гранат. Все, что хотите. Вот для детей есть, смотрите, сырок, наши рыбки, печеньки и яблочки, шоколадочки. Орешки, яблочки. Блин, цены, конечно, шикарные вообще в Walmart. Одно удовольствие. После Нью-Йорка я смотрю и просто вау. Шел, нашел сок. Смотрите, сок стоит $1.44 за целую такую здоровую бадью. Это 2,3 литра. Сока яблочного. Написано 100% джуз. Видите? А по идее американцы, они не как русские, они не обманывают. Я нашел ее, это каша. По утрам каша самое оно, особенно если подсыпать туда всяких орешков, там всего-всего, она заходит вообще на ура. 12 батончиков за $3 берем. Ну что, набрал я вот такую коробочку всего. Просто овощи, еда, куча еды, всякое разное. И, в общем, все вышло на $76. Можете посмотреть. $76.